Всем привет! Сегодня воскресенье, 12 ноября 2017 года. Мы находимся на улице Европейская и отправляемся на море. Хотела выложить вчера видосик, но у нас полетел ноутбук, поэтому я не смогла его смонтировать. Так что очень жалко, что не получилось выложить тот шикарный видос, где белка выкапывала луковицы тюльпанов и их ела просто-напросто. Было очень интересно, я это все сняла, но, к сожалению, у нас полетел ноут. Временная трудность, я думаю, справимся. Да, может быть, удастся сохранить что-то. А так, приглашаем вас прогуляться по улице Европейской к морю, покажем, как здесь выйти к морю. Ну, а мы не пойдем пешком, мы поедем на самокатах. Сегодня у нас спортивный день. Друзья, сквозного проезда здесь нет. Здесь стоит КПП и проезд только по пропускам. Да. Ну, либо на самокатах. Да, но на самом деле здесь находится коттеджный поселок с шикарными домами. И у домов шикарные цены. С левой стороны, буквально вот через эти домики, будет проходить улица Красивая. Сзади нас городская больница. Фактически улица Европейская, она идет как бы является продолжением улицы Больничной. Ну так вот на карте вы посмотрите, вы увидите. Вот. Но здесь тоже впереди шлагбаум, мы его сейчас аккуратненько объедем. Домики здесь, конечно, такие отличные, я бы сказал. ТСЖ Магнолия. Выезжаем, мы сейчас по Локи должны выехать прямо к Белому дому. То есть фактически у нас будет находиться вот там, по правую руку от меня, белое здание. Улица Магнолия, видишь как? Европейская плавно перетекает в Магнолию. Ну, она там на самом деле имеет такое небольшое разветвление. Вот он, Белый дом. Микрорайон Магнолия есть, оказывается, еще небольшой такой микрорайончик у нас под носом. Об этом мы даже не знали, а узнали только сейчас, когда увидели адрес. Микрорайон Магнолия 5Б. А домик этот, домовладение было основано в 1864 году Севиным Салатом Петром Еськовым, сын которого Федор Еськов был избран в 1903 году геленджикским сельским старшиной. Вот мы и выехали мы на набережную. Отель «Белый дом» перед вами. Дом «Перевертыш» или дом «Вердном». И, собственно, набережная. Сейчас мы будем двигаться в сторону «Голубой волны». Хотим немножко посидеть, отдохнуть и порыбачить рыбки. Мы уехали вперед, жать меня не стали. Сейчас мы их догоним. Не сильные волны сегодня в Геленджикской бухте. Вода должна быть прозрачная. Я думаю, погодка нам не должна испортить наш сегодняшний уикенд. И мы что-то должны сегодня поймать. Уверен? Ну, как что-нибудь поймаем. Мы хотим посетить рыбалку по всем правилам. Мы не будем торопиться, мы взяли с собой перекусить, посидим на пирсе, половим рыбу. Вонюхи устали ноги, он решил присесть и отдохнуть. Но не хочет выбиваться из наших рядов, а хочет продолжать движение. А вообще видел, конечно, видел самокаты, они с сиденьками, но это распространяется только на электросамокаты. Конечно, выглядит немножко, на мой взгляд, убого. Это такой недовелоспит получается с сиденькой. Все-таки самокат, он, видите, и был создан для того, чтобы на нем стояли и отталкивались ногами. Но, конечно, сейчас технологии на месте не стоят. Ну, может быть, появляются. Мы тоже себе купим электросамокат. А мне он не нужен, мне так нравится. Ножками отталкиваешься. А мне нужен, огонь. Чтобы на работу, на горку тоже можно было заезжать. Кто заезжает, а кто влетает на горку. В общем, ты чё? Поехали, Вадиш. Такой, кто не любит падать с самоката, а кто любит асфальтовую болезнь. Я с детства асфальтовая болезнь. Так что... Видели бы вы мишку лезть? На асфальт. Асфальт в Геленджике намного мягче, ровней. И по нему прекрасно скользишь, когда падаешь. Поэтому в Ярославле асфальт намного жестче. Там присутствуют мелкие камушки,
Поэтому с этого асфальта встаешь фактически без повреждений. Хорошо же отшкуривает, да? Ну да. Видим также множество своих единомышленников. Вообще напоминает чаек. Как чайки бакланы. Сидят. Бакланы? Ага. Обидятся друзья наши. Обычно бакланы сидят на пирсе. Так, ну вот наш пирс. А, нет, наш пирс свободный. Пойдем, пока никто не приземлится. Волнорез наш пустой, поэтому на него мы сейчас и пойдем. Поехали. Поедем, да. Выглянуло солнышко. Так, смотрите, тепло стало как-то. А вот смотрите. Я вам покажу. То есть ветер, конечно, такой не теплый подувает. Но есть люди, которые сейчас купаются. О, как он, красавчик. Хорошо нырнул. А мы едем дальше. Забакланились мы на пляже, на волнорезе пляжа «Голубая волна». Здесь уже даже ближе, это пляж «Строитель». Здесь два волнореза. Вот, сидим, отдыхаем, закинули и ждем поклевку. Бадюш, не холодно тебе? Нет, мне не холодно. Мне очень интересно. Я жду рыбки. Рыбку ждет. Вот у нас тут два кивочка. Мы за ними наблюдаем. Вот. Посмотрим, как у нас будет клевать. Ну, единственное, что, конечно, волны сильные. Да. Есть колебания. Ну, вот так вот мы отдыхаем, сидим, просто радуемся и смотрим, видим Турцию. Турция вот где-то там находится. Турции, привет. Да, привет Турции. Туда надо было показывать. Турция, привет. А, на самом деле настроение отличное. Сегодня классно начался день, очень интересно и действительно тепло. А, есть возможность так вот посидеть. Здесь место оборудовано. Видите, да? Здесь есть такой вот отличный брус лежит, привязанный со всех сторон. И мы здесь хорошенько отдыхаем. Пока не клюет. Кивочки у нас пока неподвижны фактически. Уважаемые рыбаки, рыбаки-профессионалы, сильно нас, короче, не тапками не закидывайте. Мы в этом деле только учимся. Нам это безумно интересно. Если есть у вас какой-то толковый комментарий, просьба оставить его под видео. Спасибо заранее. Продолжаем снимать дальше. Ну все, я сделал вид, что мне сейчас не холодно. На самом деле температура окружающего воздуха 17,6 градусов. Сейчас я хочу немножко померить воду. Немножко, потому что я могу не тянуться тут глубоко. Ты главное сам не ныряй. Ну чё? Уже 16. Отпускается? 15,8. Все? Ну да, замерло на 15,8. Ну, короче, она теплая, купаться можно, да. У меня достаточно быстро, поэтому 15,8 градусов температура воды. Вот, окружающего воздуха 17. Ну, видим, подувает. Ну, на самом деле, немножко прохладно, потому что дует ветер. А ветер дует с моря, морячок. Ну, судя по всему, сегодня мы пойдем домой ни с чем, а только с хорошим настроением. Потому что не клюет вообще ничего. Хотя мы сделали по одной интересной технологии, которую вычитали, узнали в интернете. Вот, само тесто приготовили специально именно под кефаль. Но, короче говоря, пока тишина. Рыбаки сидят обычно с утра. И стараются выбирать время, когда
полный штиль. Ну, либо волны не очень большие. Сейчас уже, конечно, волны достаточно большие. Вода мутноватая, поэтому рыба, возможно, не видит приманку. Ну или просто не голодная. В таком темпе, я так думаю, еще пару раз закину и домой пойдем, потому что что-то вообще никак, никакого рыбного проявления нету, то есть она даже не клюет, даже не пытается что-то там сделать. Рыбак научился кидать и сейчас собирается закинуть свой невод. Давай, третий раз закинул невод, пришел невод с тиной морскую. Закидывай. Итак, море над нами не сжарилось, и все равно ничего мы не можем поймать. Мы научились забрасывать удочку, научились делать приманку, делать снаряжение. Научились. Это называется подстава, просто реально. Ну что это за подстава? Реальная подстава. Почему я не могу поймать эту долбанную рыбу? Я думала, что я приеду на море, и я могу забросить удочку и поймать сразу рыбу. Фидушки! Я уже 2 года не могу поймать ни одной долбанной рыбешки. Ну, одну мы когда-то уже 11 поймали. Ой. Да, это лузер, видите? Рыболовный лузер. Нам надо назваться. Как не поймать рыбу на море? Если пойдешь вон туда, в ту сторону, и бегом, пока еще не сильно замерзла, подойдешь в магазин видоводочных материалов и скажи: мне, пожалуйста, смесь для рыбалки. А, ну да. Просто мне сказали, что необходимо рыбачить так, чтобы прийти и ощутить этот настрой, никуда не торопиться. Сегодня мы все сделали по правилам. Мы сделали хорошее тесто. Добавили туда капельку чесночка. Взяли с собой немножко покушать. Полностью расслабились и никуда не торопимся. Поклонились этому морскому царю. Исполнили танец, приманивающий рыбу. Сыграли в квартире еще, между прочим, песенку для рыбы. И в итоге получили фиг. Это как называется? Я вообще уже не могу. Ну, так называется. Обычно говорят, что дуракам везет, а нам что-то не везет. Значит, мы не дураки. Хоть в этом нам повезло. А кто так же считает, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наше новое видео. Видите, как Вика замерзла. Ее шпомка. Поднимаю свой неподъемный от рыбы рюкзак и еду домой. Точнее сказать, едем мы домой, потому что сегодня у нас какой-то неблагоприятный, судя по всему, день. Вообще даже ничего не клюнуло. Колокольчик у меня даже ни разу не звенькнул. Прокомментируй свою неудачу. Я добавила чеснока, но я забыла поперчить и посолить. Мы уже поехали домой, но, видимо, здесь рыбалка продолжается, и люди не уходят с того места. Скорее всего, чего-то, я думаю, все-таки поймали. Да нет, я уже расстроен. Знакомые блогеры.
тоже гуляет. Хочется сказать, из сериала «Улица разбитых фонарей» — это наш район. Это мы его доим. Да чё? Ну правильно, на 13 километрах площади, а вы вряд ли не столкнетесь с блогерами, которые проживают в данном же городе. Ну вот мы вернулись с рыбалки, и день нас продолжает радовать новыми интересными сюрпризами. Короче, друг вот этот наш, который нам помогал, заболел. У него проблемы с жестким диском. В общем, вчера он перестал загружаться. Мне пришлось в срочном порядке менять винду. Винду я установил, но дрова уже не встали. Сейчас вылезла ошибка о том, что, короче, жесткому диску пришел очередной конец. Вот, собственно, ноутбук 4 года служил нам верой и правдой. Мы смонтировали на этом устройстве не одну сотню наших видеороликов и прощаться с ними не собираюсь. Я хочу сейчас его скинуть все видеофайлы для дальнейшего монтажа, какие удастся спасти, и побегу на в ДНС, потому что другой компьютерного магазина, другого в Геленджике, я просто не знаю, где находится. Куплю такой же жесткий диск, его установлю, и потом буду делить и ставить. Вот он, красавчик такой. Лакомый. Друзья, ну могу сказать только одно, то что своих попыток в ловле хорошей, классной рыбы мы не оставляем и да, не оставим. Сегодня благодаря рыбаку, который был на пирсе, он нас научил правильно закидывать снасти, и я думаю, что сегодня просто из-за погоды не очень хорошо ловится. Как только погода наладится, мы все равно попробуем поймать рыбку нашей мечты. Да, мы поймаем большого язя и будем также кричать «Язь! Здоровенный язь!» Ези в море не моется, если что, но тем не менее. А мы поймаем. Сейчас мы пойдем, наверное, в магнит, купим себе селедки и сделаем обед с селедкой, с картошкой, да? Угу. Короче, вот так вот у нас сегодня досадный. Если вы хотите поймать рыбу, сходите в магнит и поймайте рыбу. Сейчас пойдем с удочкой. Спасибо за то, что посмотрели наш видеоролик. Он немножко шуточный, и тем не менее, выводы из них, из него, как всегда, можно какие-то сделать и найти интересную информацию для себя. Да, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наше видео, нажимайте колокольчик, и оставляйте свои комментарии, всегда рады вам отвечать. Спасибо за внимание, всем пока. Всем пока. Привет из Геленджика.